Сегодня встретили Николая Николаевича Прудникова. Я думаю, что все, кто работает в МАУ с 1992 года, с самого начала компании, все его знают. Знают как летчика, знают как человека из качества, главного летчика страны. Человек отлетал все, что можно отлетать, и безопасно. Это самый лучший летчик. Тот, который уходит на пенсию, отлетав все положенное время в 65 лет, все это сделал безопасно. Николай Николаевич Прудников с внушительным налетом 27 762 часа. Рекордный на сегодняшний день в компании. Живчик, жизнерадостный, интеллигентный, веселый человек. С ним очень интересно было летать. Каждый рейс – это было познание интересных вещей, связанных с государством, куда мы летим. Больше, чем я знаю его, я знаю только свою жену. Будем надеяться, что он будет продолжать с нами работать в качестве начальника инспекции и дальше выполнять свои функции. Спасибо ему большое, браво! Ура! Ура!